научат говорить «нет». В день борьбы с наркотиками в Иванове открыли Центр профилактики химических зависимостей. Здесь принципиально новый подход к рассказу о последствиях употребления дурманящих веществ. Мы, если честно, давно уже не пугаем, мы просто рассказываем. То есть вот наши простые лекционные занятия в школах, они направлены на информирование, не на запугивание. Но я считаю, что этого уже тоже недостаточно, поэтому самая главная задача наша заключается в том, чтобы мы к этой тематике прививали здоровый интерес. Интерес, связанный с возможностью узнать больше о последствиях, о том, что вообще, чем это все заканчивается для детей и подростков. Очень сложно их заставить на эту тему читать газеты, смотреть телевидение. Вот мы ищем пути, где бы они могли получать информацию в интересной форме. Самая эффективная профилактика, как уверяют специалисты, должна быть наглядной. Для этого открыли квест-комнату. Она рассчитана на группу старшеклассников от 5 до 10 человек. По легенде, молодые люди – ученые, и им необходимо вывести из наркотической комы пациента. Оценить повороты сюжета вызвались работники областного правительства и мэрии. Проникаем во внутренний мир, в его бессознательное, где начинаем свое путешествие и ищем ключ, который означает как раз восстановление контакта с реальностью. Вот, и начинаем мы сначала в этом помещении, последовательно разгадывая загадки, мы переходим из одной локации в другую, и в конечном итоге, разгадав где-то более 15 достаточно интересных загадок, мы действительно помогаем пациенту, выводим его из этого состояния в ясное сознание. На первый взгляд может показаться, это действительно страшный сон зависимого от наркотиков. Квест-комната разделена на несколько участков. Зона дискотеки, варочная кухня наркомана, тюрьма, наблюдательная палата и даже морг. Слышна тревожная музыка. В помещениях тусклый, постоянно меняющийся свет. Наш квест, мне кажется, средней сложности. Вот, во всяком случае, все равно я ребят сопровождаю, всегда где-то рядом, и играю тут определенную роль. То есть я, получается, как бы такой некоторый внутренний актер этого действия. И по мере возможности все равно помогаю ребятам. Но ребят проходят абсолютно по-разному. Есть кто практически ни единой подсказки не требует и очень быстро справляются. Есть ребята, которым требуется некоторая помощь. Вообще, на самом деле, ребята достаточно умные, сообразительные, очень хорошо все решают, проходят. Квест уже проходили несколько групп. Чтобы сгладить пугающее впечатление о необычной игре, дальше со школьниками проводят беседы и стараются рассказать о случаях избавления от зависимости, а также приводят примеры увлечений, которые будут в тысячи раз интереснее и полезнее наркотиков. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.